стоишь? Нет, это перекресток кто-то. Я на первом стою. Эй, земляк, мы стреляем. Че, это там есть что-нибудь? Бот. Нет, у меня тишина. Вот они, на перекрестке там, файтс. Давай, я тоже прохожу насквозь общагу. Бегает у тигра слева. У прохода там в дверь. Снова налево бежит вдоль забора у крапива. Господи, не вижу. Хочет сейчас полутать. Ему в голову попал. О, умер. Все. Чел панамкой станчил головой патрон. Судя по всему, это был он. Господи, я не могу отползти назад. О. Ползанье задом будет, походу, в этом. В DLC. Ведут. А, так он человека тут убил. Точно, человека убил, оказывается. 46, 49, о. У тебя? Да, убил еще одно. Я иду через твою сторону, но не через мою. Тут у меня три трупа уже. А СВДшник должен быть же. Сейчас я гляну, кто это. Не СВД ли это был. Это СВД, он сюда пришел. Значит, у нас АГС-ка. Следующая цель. Да, слышу, до сих пор там выстрел АГС-ки. Для корма играется? Да? Ну, отлично. Короче, на втором, судя по всему, один был. Вот туда-сюда бегает обычно ботик. А... Он, короче, ближе к забору. Он вышел, да, с твоей, да, стороны, да. Ближе к забору. Боты туда ближе смотрят, я понял. Угу. Меня убило. Ты постреляла по нему? Ты все еще по нему стреляешь? После пристрелила, он видишь, когда открыл? Да, да, я слышу. Непонятно, может, откуда. Минус один. По-моему, он не один там был. Может. Хае ушла. Был ли он с сумкой? И каска какая, черная? У меня далеко, у меня прицел так не видит. У меня там все черное. Понял. Еще один убил вроде. Или своего убил. Или сильно ранил. Я магазин закрыл, не смотрю. Угу.
Господи, бот. Угомонись там. Это да, я туда прокидываю. Вот там я не в ямку упали, я не понял, сдох он или не сдох. Ямка прямо у забора. О, это что? Это не я. Прыгиваю на стол, побегу. Я еще не поняла, откуда стрелял. Я тоже не понял, я как раз внутри крутился в доме. Ты с медички идешь, да, косо? Угу. Ты сейчас можешь с большой перебежать в АГС-ку и с АГС-ки спину им посмотреть идеально. Да, я сейчас своего заберу. Ко мне тут прибежало чудовище одно. Кто-то еще бегает. Медички один подбегает. Это ГСки? Прям в упор уже к медичке, где-то у автобусов. У меня на ГСке на втором этаже, чувак. ГСка еще есть. Понял, понял. У меня в автобусах тип. Убил своего? На втором этаже был, в мою сторону смотрел. А нафига он к тебе смотрел? Не знаю. Я что-то его друзей убиваю. Не знаю, смотрел мою. Я поэтому и охренела. Он с правой стороны, да? Был с... Да, но я его там постреляла с психу. Что, может быть, сейчас не слышу. Байчу. Подлутаю своего типа. Там решаловски, может это решалы, Ань? Могли тебе решалы могли пострелять? Да, я и не знала, что там решаловски. У него ган на решаловски. Если они в окна так посмотрят, там... Конечно. Такой, да? Они еще и спреют по тебе, считай, хорошо. Ну, они не спреяли, потому что я там быстрее... Да, в ямке есть один жулик. Да, он уже побежит в сторону. 90-й. Надо эску зайти. Часто без остановки стрелять оружие может сломаться. Ну, логично. Но вот ты в жизни, когда возьмешь вал, он тебя заклинит на втором магазине.
Или калаш на третьем магазине, там на каком-нибудь заклинит. Тоже нормально. А в реальности на каком баунти разноклинит? Нет, четверо убитых. Не один. Ну и плюс еще дополнительно два жетона. У меня левые вроде как должны быть. Нормально. Люди есть. Хорошо. Можно было и оттуда стрелять. Есть по дальней перебежке к гаражам. Двое. Пошла тогда крапиву в ту сторону. Чего? Я минус. Чего, блять? Мне точно туда идти или не надо? Иди, иди, иди. На гараже иди. Он меня от бедра убил первой же пулей. А хотя, может, и не иди. Р 777. Голова, я глаза. Обратно. 90 часов в игре. Не, это чит. Чит. 9 дней у типа. Он не думал, что я их вижу, походу. Что он неопытный читер. А когда я начал по ним стрелять, он сразу от бедра мне дал в голова глаза первой тычкой. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.